Северную и корабельную стороны Севастополя вместо тоннеля соединит мост. Об этом на итоговой пресс-конференции 24 декабря сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Проектировкой нового объекта будут заниматься организации, которые принимали участие в создании Крымского моста и моста на остров Русский во Владивостоке, отметил градоначальник. Строительные институты займутся проектом после завершения процедур технико-экономического обоснования, добавил Овсянников. В планах городских властей возвести мост в перспективе до 2023 года, если в ходе согласования паспорта строительства будут учтены все требования представителей Министерства обороны. В настоящее время севастопольцы и гости города-героя на автомобиле могут попасть с южной стороны только в объезд бухты. Этот маршрут, по признанию горожан, не является логистически оправданным, так как время в пути для желающих проехать из одной части города в другую занимает существенно больше времени, чем движение по любой прямой дороге. Кроме того, через бухту ходят общественные катера. Время в пути на них составляет 15 минут. Однако сообщение морем не представляется возможным во время штормов, которые являются довольно частым явлением в осенне-зимний период. По этой причине проекты мостов и тоннеля через Севастопольскую бухту указывались во всех генеральных планах города послевоенного периода. После воссоединения Крыма с Россией севастопольские власти при поддержке руководства страны решили вернуться к вопросу строительства.